4. Фон-корректор Astra Audio Premier Experience, MM-корректор. Значит, конфигурация его, усилитель, пассивная коррекция, усилитель и выход на трансформаторе. То есть выход у него трансформаторный с очень низким выходным сопротивлением. У него есть, скажем так, ряд особенностей, которые его отличают от других фон-корректоров. У него отсутствует емкость на входе, которая специально подбирается для коррекции завала высоких частот в MM-головках. Ну, то есть, это в других корректорах это компенсируется путем подбора входной емкости, там 100 пикфара, 200, 300 и так далее. В нашем устройстве это происходит, ну, немного не таким способом. Мы компенсируем этот завал за счет изменения входного сопротивления, собственной индуктивности головки и отключением высокочастотной коррекции, то есть третьего ТАО. Для этого есть сзади специальный тумблер, который позволяет это сделать, переключение. То есть два режима, режим стандарт и режим RL-коррекции. В режиме стандарт входное сопротивление для любой MM-головки будет составлять просто 47 кОм, как, ну, и в других корректорах, без емкости, то есть мы получаем небольшой завал. Дальше под каждую конкретную MM-головку, правда, единственное, нужно рассчитать правильное подобранное входное сопротивление. То есть вот в данном случае сейчас этот корректор настроен на Shure M97 XE. Вот так.